Парни, девчонки, всем огромный привет. С вами снова Евгений Шевченко, канал «Поиск и путешествия». Сегодня решил продолжить разведку рыболовных мест. В общем, как я уже рассказывал, американцы не особо свои места охотно выдают. То есть, ну, кое-что так говорят, но конкретно все скрывается. В общем, надо самому все ездить исследовать. В общем, я выбрал пару причалов тут более-менее близких, ну как, полчаса ехать. Вот, значит, ну ничего про них абсолютно не знаю. Вот, в общем, приедем и будем смотреть на месте, что к чему. Вот, оставайтесь на связи. Парни, девчонки, всем огромный привет. С вами снова Евгений Шевченко, канал «Поиск и путешествия». Сегодня решил продолжить разведку рыболовных мест. В общем, как я уже рассказывал, американцы не особо свои места охотно выдают. То есть, ну, кое-что так говорят, но конкретно все скрывается. В общем, надо самому все ездить исследовать. В общем, я выбрал пару причалов тут более-менее близких, ну как, полчаса ехать. Вот, значит, ну ничего про них абсолютно не знаю. Вот, в общем, приедем и будем смотреть на месте, что к чему. Вот, оставайтесь на связи. В общем, вот тут сам такой пляж, самый обычный, то есть ничего удивительного, тут полянки для пикников такие, да, засохшие. Ну, в общем, народу, вот здесь вот песок, и там вон куча народа. Вот. В принципе, место суперское для копа, конечно. Ну, подозреваю, что все выкопано уже, но в любом случае пляж всегда должен быть находки. В общем, здесь вот какие-то супер огромные пикники. В общем, проблема тут с парковками. Парковок нифига нету. То есть там все вот эти трейлерные парковки, все на них люди стоят, но там написано, что нельзя. Фиг его знает, короче. А здесь, естественно, где можно, что ты тут запаркуешься? Тут вон, не знаю сколько, 20 машин здесь может парковаться. Ну и вон там еще. Ну, в общем, все парковки забиты битком. В общем, это проблема во всем Сиэтле. То есть, если что-то бесплатное, там ты никогда не запаркуешься. Там, где есть парковки, там везде надо платить. Но бывает, что даже и за деньги ничего нет. Вот здесь тоже супер пикники, гиганты. В общем, в принципе, все классно, красиво. Вот. Народу немерено, там он волейбол кто-то играет. В общем, сейчас пойду посмотрю, что там рыбак поймал. Вот. И посмотрю, платная парковка или бесплатная, и потом подумаю, что делать. Вот умные люди приезжают на великах, пожалуйста, парковку. Вот. Там есть пустые этаж. И абсолютно бесплатно. Там я прошел. Естественно, не то, что мест нету, там еще нереальная очередь стоит из желающих парковаться. В общем, если кто-то выезжает, там сразу в то же место машина заезжает. В общем, там надо, наверное, 3 часа ждать, пока отсюда вот кто-то соизволит уехать. Здесь вот продают всякую хрень, хот-доги. Хот-дог 2,99 стоит. Мороженое, всякая чепуха. Здесь опять вон раз, два, волейболы, там туалеты, песок, конечно, офигенный.
такой мягкий-мягкий. Но я не думаю, что это натурально. Привезли, скорее всего. Потому что я тут нигде не видел, чтобы такой песок был. А вот возле самого... Возле самого океана здесь, конечно, галька. Но погода супер, можно и загорать, и купаться. Вон куча народу купается. Вот. Если сюда на коп ездить, здесь, конечно, я не знаю, за 1000 лет все не перекопаешь. Потому что пляж просто огромный. Ладно, пойду обратно, больше здесь ничего интересного. В общем, вот тут такой вот сам пирс. Ловить рыбу. Здесь был один рыбак, он ушел. Не успел он его спросить, как он ушел. Ушел, там надо брать еще ничего. Что ловить здесь рыбу. Тут все надо. Вот там порт этих яхт, ну как бы порт для частных яхт, там за место просто платишь, вот, и оно за тобой закрепляется, можно свои яхты, лодки, в общем, всю эту фигню парковать. Вот это вот, короче, тех, кому места нету там в море, они паркуются уже вот там наверху, и потом вот поэтому супер кран их поднимает, вот здесь вот спускает по этому спуску, а вот здесь вот это платный boat ramp, то есть ты просто на машине свою лодку привозишь и вот здесь ее спускаешь. Короче, за это надо что-то платить, не знаю сколько. И в общем, я сейчас пойду дальше, пройдусь туда, пойду в этот порт, посмотрю. Есть еще один причал. Посмотрю, что там за причал. Можно ли там где-то запарковаться. А сразу на машине не поеду туда, потому что если там, к примеру, парковки нет и нельзя останавливаться, то фиг его знает, что делать. Ну, заодно, в принципе, и прогуляюсь. В общем, парни, этот порт просто огромный. Вот здесь вот я уже полчаса, наверное, иду. Он все не кончается. Вот дошел до ихнего, как бы, типа, офиса. Здесь находится бар, клуб яхт, яхт-клуб. В общем, всякие фирмы, которые занимаются ремонтом яхт и продажей. То есть герметизация там, в общем, отделка и ремонт, и в общем, все что угодно. В общем, вот в этом вот здании. Вот. То есть там битые яхты, сломанные, ремонтируют, продают, покупают. В общем, все, что связано с яхтовым бизнесом. И он там что туда смотришь, что туда смотришь, конца края этому порту нету. Яхт просто немерено. И каких хочешь, и маленьких, и больших, и просто гигантских, и вообще супер маленьких. Вот, такие вот чудеса. А там вот с той стороны, если идти, там прям эти висят, как они, ну, объявления по продажам яхт. Вот, к примеру, вот здесь. И вот, 2013 года 49 тысяч, 2013 29 тысяч. Вот уже нормальная. 89 тысяч на 2003 года. Вот здесь вот 36 тысяч, 50 тысяч. Ну, то есть цены где-то примерно, если с нашими сравнивать, раза в три, наверное, дешевле. Вот. Ну, и то это цены тут в этом магазине, типа у дилеров. А если покупать так у людей, то еще процентов на 30 дешевле будет. В общем, парни, шел я, наверное, час, и, короче, где-то тут уже заблудился, потому что вот тут уже частная территория началась, вот. То есть вот тут дома, просто уже у кого на берегу, вот.
То есть, я не знаю, видно или нет, но вот это вот уже тут люди живут. И он по тому берегу тоже видно. Все дома, дома, дома. То есть все такие, у всех свои пляжи. И дальше, я не знаю, куда идет этот залив, но, по-моему, там уже идет, сюда впадает какая-то суперогромная река или море, что-то такое. То есть вот здесь люди, видно из той реки, он на лодках выплывают. И там целая бригада на всяких лодках, каяках. В общем, я тут где-то заблудился, не нашел я свой причал. Вот. Сейчас подумаю, или надо возвращаться к машине, искать через интернет, в телефон зайти, посмотреть поподробнее карту. Вот. Или пройтись еще дальше, посмотреть. В общем, сейчас подумаю. А вот, кстати, парни, интересная хрень. Вот велосипедный трейлер, вот этот огромный. Если кто помнит мое видео, прогулка по велосипедному трейлу. Вот этот трейл начинается в том городе, где я живу. И вот до сюда вот можно доехать тупо, короче, получается, на велосипеде. Вот. Это очень, конечно, круто. И насколько я понял, он тут еще и не заканчивается, а еще и дальше идет. И вот как раз таки я в том же видео рассказывал про железную дорогу, мне мужик сказал. Вот она, эта железная дорога. Вот, старинная. Естественно, она уже 1000 лет не работает. Там видно, какая она ржавая. Ну, там ее уже всю демонтировали. Вот, она там через мост проходила. Вот, мост сделали обычный для людей. А все эти шпалы убрали. И дальше, где она шла, там уже эти, ну, уже новая трасса для машин. Нету железной дороги. А здесь вот она еще осталась. Вот этот велосипедный трейл, это он вдоль железной дороги. Сюда же до самого села. Но я конкретно не помню, сколько миль, не буду обманывать. Но это очень до хрена. Я не знаю, это, наверное, полдня надо ехать на велике, чтобы сюда доехать. В общем, все вообще вот здесь по этому побережью идет, вот все связанное с вот это с яхтами, вот со всем этим бизнесом. Вот, к примеру, Golden Tides Marina Privat, какой-то, наверное, ресорт частный, закрытый. Потом вот эти вот все здания, там он сдается, а вот здесь вот какой-то супер безбашенный ночной клуб, вот, с видом на океан. Но сейчас он не работает. Ну, вернее, он работает, но самой дискотеки нету. Народу полно. Что они там делают, не знаю. Потом вон он, порт. Не знаю, какой именно, но, короче, какой-то порт. И вот там вот. Ладно. Вот отель какой-то безбашенный. А вот там ресторан. В общем, сейчас там дойду, покажу остальные заведения. Вон там вон, на железной дороге стоит уже какой-то поезд заброшенный, который, как понял, 1000 лет не ездит. Вон его дети весь граффити изрисовали. Вот здесь магазин серфингистов. В общем, по-моему, тут я видел, они ходят с этими самыми, со своими досками. Туда куда-то идут. Вот здесь сервис яхт, обслуживание, вот это вот электрооборудование для яхт. Вот West Marine, магазин известный, тоже все по тематике яхт. В общем, лодок и все, что с ними связано. Вон каяки там продаются и всякая такая чепуха. Вот. Там вон какой-то закусочная. Там вон ресторан, ну, это сифуд, то есть из морской пищи. Вот. И, в общем, вся вот эта фигня. Дальше там опять вон отели,
акции, у них тоже спуски для лодок, потому что вот там вот люди приезжают тоже с яхтами на прицепах, с катерами, там их сбрасывают. В общем, вернулся обратно, по-моему, я просто прошел причал, он где-то здесь должен быть. И вот здесь вот видите, как устроены эти входы туда к яхтам. Здесь кто попал, не зайдет, потому что здесь вода везде, и вход только вот отсюда, здесь закрыто, и он потом дальше туда идет. Такая вот хрень, типа помоста, вот. И оттуда уже можно дальше идти туда, к яхтам, вот. То есть только владельцы могут туда зайти. Частная собственность. Здесь вот супермеханизм, вот такой огромный, который гигантские яхты может доставать из воды. Он называется Marine Drive Lift. То есть он может и ездить. И вот эти штуки он спускает в воду, яхта сюда заплывает, вот сюда, и потом он ее поднимает, вот сюда вывозит, ну и здесь ее уже грузят там куда-то и везут дальше. Вот здесь, в общем, уже самый конец вот этого порта, и здесь вот такие вот самые огромные стоят яхты. Наверное, самые дорогие, я хрен его знаю. Но, как бы... В самом центре, конечно, в Сиэтле, там другой порт. И там, конечно, яхты намного более такие суперские. А здесь, видимо, ну как бы на отшибе все попроще. Ну тоже, в принципе, довольно-таки неплохо. В общем, вот это вот получается причал, который я искал. Вот на нем можно ловить. Вот. Остальное везде все частное, кроме этого причала получается. А ловить можно только с той стороны, с той нельзя, потому что там уже это частный порт. Вот. Ну а в открытом океане получается можно. В общем, рыбаков тут нифига никаких нету, вот зато есть какой-то корабль. Не знаю, что он делает. Короче, вон там какие-то краны, короче, чудеса сплошные. Вот. Ну, рыба, по идее, здесь должна быть. Я не знаю, почему здесь нет рыбаков. Тут есть машина какая-то, хотя сюда заезжать нельзя. Непонятно, что она тут делает. Вот. В общем, ладно, пойду, в общем, я искать свою машину, возьму удочки и половлю, наверное, здесь. Потому что место, мне кажется, перспективное, потому что здесь русло, в этом месте входит река в океан. И вот обычно именно вот в таких местах, где река соединяется с океаном, там должен быть самый хороший улов. В общем, посмотрим. Вот здесь, в общем-то, написано правило ловли с этого причала. Написано, что алкоголь нельзя употреблять, ну, оружие и всякая прочая херня. И самое интересное, что он работает только с 7 утра до 10 вечера. И если будешь здесь тусить уже позже, то написано за это, ну, то есть как бы полиция может тебя официально арестовать. Вот, то есть машины на самом деле, оказывается, туда можно заезжать. В общем, ладно, сейчас тогда попробую здесь половить. Вот. Там уже посмотрим.